доделали арматуру, довязали. Надо было, наверное, еще посерединке пропустить. Ладно, в общем. Посмотрим, как себя такой фундамент поведет под длинную цирку. Там у нас 4-метровая подушка из камней. Вот первый замес. Мешаем на бетонной мешалке. Раствор делаем. Одно ведро песка, одно ведро цемента и два ведра камня. Потом покажу, что у нас получилось. Всем привет! Наконец-то сделали фундамент, доделали. Остались последние штрихи. Помыть инструмент. Бетонная мешалка споласкивается. Сейчас время 3 часа 20 минут. Нужно было залить за раз, чтобы фундамент был одним монолитом. Мы это сделали, залили за раз. Ушло 17 мешков цемента. Сколько-то камня, не знаю сколько. Ну и вот тот песок. Ну и часов, наверное, 8 работы. Примерно так. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.